Никита, события первого этапа еще остались у тебя в подсознании? На самом деле мы считаем предыдущий этап положительным. Конечно, мы проанализировали ошибку, которую я допустил, и постараемся не допускать ее на предстоящих этапах. Я Никита Калинин, пилот Ямахи в классе Суперспорт 300. Болейте за меня на чемпионате мира в Нидерландах 29-30 апреля. Задавайте вопросы под этим видео и следите за мной на ресурсах Мост Видео ТВ. Также подписывайтесь, ставьте лайки.